Всем большой привет! Сегодня немножечко опять видео про здоровье. Я хотел вас ознакомить с так называемым видом массажа шиатсу. Шиатсу дословно это надавливание пальцами. Придумал один японец в начале еще 50-х годов. И этот массаж очень распространился в свое время. Мерлин Монро подверглась его, так сказать, рукам и была очень довольна. В чем он заключается? Это массаж путем надавливания подушками пальцев, обычно больших пальцев руки, на определенные точки, которые расположены по линиям. Линии весьма условны. То есть они идут вдоль позвоночника, примерно по линиям джензу соответствуют. Это меридиан мочевого пузыря. Вот они, условные линии. Первая линия спины, вторая линия спины, третья линия спины. Идет на них воздействие. Воздействие надавливанием подушечками большого пальца, больших пальцев. Как выполняется этот вид массажа? Вы должны научиться распределять свой вес и прилагать его потом полностью к вот этим самым пальцам, которые осуществляют давление. Вот я иду по первой линии спины. Это два больших пальца, они расположены параллельно. И плавно я свой вес передаю на вот эти свои большие пальцы. При этом осуществляется массажное воздействие вплоть до тракционного щелчка, так называемый щелчок может быть. В общем-то, в этом и смысл добиться того, чтобы был щелчок. Вот она, первая линия спины. В идеале вы должны полностью свой вес научиться передавать на вот эти подушки больших пальцев. Эти линии идут весьма условно, то есть они здесь на спине соответствуют, допустим, линиям джензу классическим меридиана мочевого пузыря. Они идут почти вдоль всей спины, этот меридиан, и он связан со многими органами и системами в организме. По конечностям иногда совпадают, иногда чисто условные эти линии. То есть техника такая. Вы переходите на конечность и идете вот по этой самой линии. Можно двумя пальцами одновременно, перенося свой вес на тело массажируемое. Ну, допустим, это можно сделать одному пациенту, ну двум. И весьма трудоемкое. Я придумал способ, который существенно облегчает этот вид массажа. С помощью вот такого ролика. Это ролик для занятий атлетической гимнастикой. Обрезиненный ролик, который крутится. И вес можно прикладывать через ручки. Вот эти вот колесики, они раздвигаются. И для того, чтобы промассировать, допустим, первую линию спины, я раздвинул за счет перемещения рукояток на этом. И пошел по первой линии спины, допустим. Вот я потихонечку перемещаюсь по нему, прикладывая свой вес уже. И иду по первой линии спины, при этом не трогая остистые отростки. Вот я прошел линию спины, вернулся назад до крестца. Пошел по второй линии спины. Вот я иду рядом. То есть плавно нажимая. При этом пациент не испытывает никаких неприятных чувств. Вот иду по
линии, допустим, бедра и ноги полностью. Прокатился сюда, при этом вес передавая. И можно остановиться на массаже каких-либо отдельных проблемных, допустим, болезненных мест. Вот массаж, допустим, ягодичных мышц после укомов возникают. Здесь всякие разные образования. Этим роликом очень удобно разминать вот эти вот самые уплотнения. Вот такая вот штука очень облегчает жизнь. И она достаточно простая. Спасибо всем за внимание.